Всем привет-привет, вы на канале Вот ГСН, и как все вы знаете, сегодня появилась вот такая вот рулеточка на мистические контейнеры, и я ее уже покрутил. Многие из вас уже видели видео моего прокрута данной рулетки, причем крутил ее до самого конца. Если вдруг не смотрели, я ссылочку на это видео положил в описании. Зайдите, посмотрите, вам будет интересно, а главное познавательно. Так вот, ребят, не буду говорить по поводу того, что мне конкретно выпало из этой рулетки, но я выцепил одно видео у мистера Пушка, он же Бравл Ростик, ну, в отношении никнеймов там у нас есть определенные вопросы и история, но суть не в том. Суть в том, как так получается, что мой прокрут кардинально отличается от его прокрута. Давайте посмотрим, что у него получилось, и потом попытаемся это дело все подсуммировать. Ребяточки, давайте начинать крутить. Надеюсь, выберу объектика и сертификата. Ну, давайте будем ожидать лучшего. Ну, сейчас. Вот это выпадет или вот это? Вот это. Открываем сразу же. Тут. Мистический сертификат. С первого открываем. Ребяточки, давай за 300 золота. Что же выпадет? Пожалуйста. Сюда, пудель. Сюда. Ой-ой-ой-ой, пудель, все, ребяточки, ну давайте еще крутим. Пудель, приветик. Ну что, как дела? А, мы его, может быть, продадим? Даже не может быть. Давайте, ну, давай, мы уже сертификатики из каждого будут падать, и ахи. 3000 рублей! Сюда! Фу! Ребяточки, ай, горова болит, кобздеска. Пудель, привет, пудель. Ой, я ненавижу пуделя, поэтому... Сюда. Ребяточки, нет, я не останавливаюсь на этом. Я еще кручу максимум один разик, там, вот такое, знаете. Ой, ребяточки, так вот круто, ну, я реально... Ну, это капец, ну, так повезло, это реально, это мощь. Ой, ребяточки. Так, открываем. Что же выпадет? Давай, сертификат или опять 5100 золота. Ребяточки, хорошо, что не там просто, не знаю, не серебро, а там какое-то, не свободка. Боже мой, ребяточки, это круто. Один мистик первого уровня, так. Вся рулетка 18000 голды стоит. Так, ну один день према. Ну давайте еще, еще. Мы и так в плюсе, поэтому ничего, так, подожди, пожалуйста. Вот это. Два мистика сюда. Ребяточки, пока что я сейчас подумаю, конечно. 200 тысяч серы. Ребяточки, ну давай, я даже отвернулся. Ага. Ребяточки, раз начали крутить, то крутим дальше. Что же, нет, если я дам. Ребяточки, пока что везет. Капец, как везет. Это не повезло, конечно, но если сейчас выпадет сертификатик, скипали. А ну стойте, ребяточки, сейчас выйдем, глянем, сколько у нас свободки, ага. А ну зайдем, давайте, тормозит, ничего, пофиг. А, так, всего на одного, понял. Ах, ребяточки, что-то пока что как-то мило. Ну, ребята, крутим дальше. Ребяточки, вот это я скипну, 100 золота, ага. И вот этот, вот, я скипну. На два мистичка, круто. И вот этот я тоже скипну, надеюсь, будет тут сертификат. Нет, нету, ребяточки. За 777 золота. Ну, ребяточки, в минус тупо уходим. Пуделя мы забрали себе, говно, не танк. А, так, ребяточки, это сейчас скрутим, но мы уже в минусе, в полном минусе. И что, первый уровень мистика. Тысячу золота, боже, как не везет, я сейчас реально обкакаюсь, это капец. Ух ты, 4 мистичка, вот это вот топчик. Опа, второй уровень, ну второй уровень я скипнул, сейчас надо пустить. Вес не, вот это не анимированный. Так, ребяточки, тут больше нету. Ребяточки, крутим. Ладно, пофиг, все равно крутим. Первого, давайте, ребяточки, сейчас получим крутезные эти штучки. Так, вот это вот сюда. Разные. И открываем на полную, на всю мощную. Так, ребяточки, открываем первый. Так, 100 золота, окей. Идем дальше. Сработочка, идем дальше.
Свободочка, идем дальше, ребяточки. Ловец молнии, идем дальше, не анимированный, спасибо. Серебро, офигеть, как я рад вообще, 40... 200 золота, капец, какой я рад. Тут... Сертификат, сюда, сюда. Ребяточки, это топчик, если сейчас тут отсюда, ага, не выпало, ну, ребяточки, ну, все, ну, ребяточки, ну, ну, это красиво, ну, сейчас, пожалуйста, ну, я закрываю глаза, если вы будете какой-то крутой тачкой, офигеть. Это какой-то офигеть, ребяточки, офигеть, десятка, 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 это плюсик, десятка. Вот такой вот прокрутик получился у мистера Пушка, и давайте будем анализировать. Он начал с того, что у него было, если я правильно понял, 2 с копейками тысячи голды на счету. Потом он что-то там получил, потом он продал ВЗХу, которая ему не нужна была. Ну и, соответственно, из всего вот этого массива ему выпала именно десятка. Причем десятка, как я понял, его обрадовала, MX-30B. Машина в целом неплохая, мне самому нравится. Да и в целом за такой ценник, ну, по-моему, довольно-таки годно. Плюс ему сыпал голда как с куста, чего у меня конкретно не было. Я задаюсь вопросом, блин, как оно так работает? Почему я, прокрутив рулетку до самого конца, остался с голым задом, а мистер Пушок вышел королем из всей этой ситуации? Пишите свои комментарии, вот такое вот открытие бывает тоже. Пишите, что вам упало, если вы крутили данную рулетку. А еще подписывайтесь на этот канал, где каждый день публикуются все новые и новые видео по танкам. Поверьте, они не только познавательные и фановые, но еще веселые, интересные, ну и, я бы сказал, полезные. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.